500 табличек, предупреждающих о границе охранной зоны, вскоре будут находиться по всему городу. Их устанавливают специалисты ульяновского филиала Т+. Такие информационные знаки указывают горожанам, где именно и какого диаметра под землей проходят коммуникации. Также определяют границы охранной зоны. Люди, проживающие где-то вот где поблизости, не знают, где проходят наши подземные коммуникации. А вот данной табличкой мы показываем зону, что именно здесь есть тепловая сеть, чтобы они обратили внимание и, соответственно, держались от этого места подальше. На данной табличке указана у нас протяженность охранной зоны. Именно от края строительной конструкции нашей тепловой сети по обе стороны 3 метра является охранной зоной. Соответственно, вот в этой охранной зоне и не допускаются лишние телодвижения. И существуют ограничительные мероприятия. Также на табличке можно увидеть номер телефона. То есть любой гражданин, который увидит и какую-то нестандартную ситуацию, может сообщить по номеру телефона. В охранной зоне нельзя вести строительные работы, устанавливать торговые павильоны, парковать машины и уж тем более делать игровую зону для детей. Охранные зоны – территория повышенной опасности. В местах, где установлены таблички, нужно быть очень внимательными. Эти меры преследуют одну цель – обезопасить жизнь и здоровье людей. В данном месте проходит теплотрасса диаметром 1000 миллиметров. Оборудование тепловых сетей является особо опасным объектом. В охранной зоне не должно производиться никакого строительства и нестандартных торговых объектов, а также детских площадок, которые сейчас вот в этом месте как раз и находятся. Энергетики просят бережно относиться к установленным знакам и не пытаться их убрать или перенести. О возможных повреждениях, парениях, фактах выхода воды на поверхность, а также хищении информационной таблички можно сообщить по телефону диспетчерской службы 45-68-88. Светлана Карпухина, Геннадий Бухтаяров, Улправда ТВ.